Так поздно вышли. В 8:00 уже. Я уже должна их подоить пойти. Мы уже должны были 100 лет назад погулять, но делала сыр. А делаю ее почти каждый день. Редко, когда бывает исключение. И, естественно, вечером я задерживаюсь. Но лучше погулять. Они сейчас голодные. Они едят. Прибежали, конечно, сюда, вон там, оттуда, не без этого. Поставила сыр, делаю халуми. Этот сыр поставила. Что-то боком-боком пошла. Видите, мама купила себе курочку, а ей так хорошо. Вот это я купила. Я говорила, я себе косилочек купила. Мне так хорошо в нем. Все не в черном. Пошли. Дошли наконец-то до остановки. Ветер вообще просто ужасный. Ужасный и ледяной вообще. В городе праздник. Милана хочет погулять в городе с девочками. Ну, пускай идут. Я бы тоже сама с удовольствием. Но они меня с собой не возьмут. Да, Милан? Да. Да. Вот так, мать, иди домой. А я ее пришла просто проводить. Она, я сама могу. Это естественно, она может. Ну, что, она будет здесь на дороге стоять сама? На трассе. Сейчас я ее до автобуса довела. Посажу и пойду дальше сыр делать. Солнце там. Так. Отвернуться, если только отвернуться. Это мы вечером уже сидим. Сижу, монтирую. А здесь монтирую, как мы ужин готовим на костре. Все эти кебабы, котлетки, сырок, да. Я начинаю монтировать. Там дым, вот этот вот шашлык-машлык, да. Сыр начинает жарить. И я сижу, ну вечер уже есть хочется. Я начинаю чувствовать запахи. Настолько воображение яркое, да, с голоду. Что я когда монтирую, я прям сижу и внюхиваюсь. И чувствую вот эти вот... Я прям сижу, и они идут, эти запахи. Так хочется. Кто-то думает, говорит, много. Что же мы так едим все жареное? Что мне за коренька нет? Ничего, немного раз в неделю делаем. Там, в субботу или в воскресенье. Ну, так получается, не специально вот так вот именно в какой-то день. Ну, вот как-то так. Да, ну, не с работы же прям вот, чтобы уставшие пришли. О! Здрасте! Угу. Что? Чего хотел сказать-то? Так, прям... Глянь! Ну и что? Говори. Так беспардонно, он прям хозяйку двигает. Или ты наоборот пришел поговорить? Давно не разговаривал, не слушаешься. Клетки, когда там сидит на выгуле, видели, какой послушный, ласковый. А здесь? Ходит где хочет.
Ну, правильно. Ну, как всегда. Ну, как всегда, в поле же нет других дорог. Надо хозя... Ну, что такое? Что это такое? Ну, больше травы же нигде нет, да? Чего ты? Ну, гляньте на него. Вот именно здесь травинки прям самые... Да, Алтай? М? Кучеряшки. Давно ты не дрался, смотри. И рога свои не чесал. Выросли какие. М? А, на одном сбил уже, да? Вот скоро он собьет вот эти вот завитушки. Вот это безобразное обезвоживание. Это не я обезвоживала. Мы его покупали так. Чего ты? А, он что-то ногой дрыкал. Наверное, он трус. Наверное, кто-то на него напал. Какой-то... Он... Да? Понятно, понятно. А вы думаете, любовь такая к хозяйке? Ничего подобного. Он за меня прятаться всегда бежит. Угу. Да? И стоит с таким видом, как будто прям... Да? О. Вот прям вот здесь. Вот прям вот здесь, да? Самые травинки, которых больше нет нигде. Это он со страху за меня всегда бежит прятаться. Ах, ты еще и наступил на меня. Ах ты, козлина. Ага, стоит такой в непонятке. Ну, что, девочки, что? Что вы все толкаетесь, а? Ой. Мы так с утречка хорошенечко там погуляли. Я села. Мне так хотелось лечь просто на землю. Ну, что-то не стал я ложиться. Мы там возле речки были, думаю, вдруг люди сейчас придут, приедут. Ну, а я валяюсь там. Не, я, конечно, встану, но все равно люди увидят, что я валяюсь издалека, да, скажут, что-то там с тетенькой не то. Поэтому я не стала. Сидела просто. Это я на него руку положила, видите? Он так и стоит. Это он боится. Вы думаете, он тут ко мне пришел, замер тут от счастья, бедный. Угу. Вот, сидела, тоже что-то делала, монтировала, наверное, в интернете что-то смотрела днем. Они прям отойдут-придут, а то я думаю, в хорошем месте будет. И сейчас села, уже смонтировала все. Ну и хорошо. Отошли от муравейника, а то копали этот муравейник. Ну и ладно. Готовила сегодня халуми. Какие сделала еще месяц назад. Ну, немножко. Заморозила. Вот мы их доедаем. Шашлычками каждое воскресенье. Прям красота вообще. Сейчас такие они все пластичные, прям так все гнется, тянется. Ничего не рвется, не ломается. Видите, сгибы какие. Готовится к отправке халуми.
заправкой я их подмораживаю. Чтобы, мне кажется, так лучше он будет доходить. Сейчас и халуми, и брынзу отправляем летом. Богатство, да? На. С паприкой, с мятой, с укропчиком. Паприка, мята. Эти сыры можно отправлять и сейчас. То есть это сыры недолгого созревания. Дело не в том, что недолгого созревания, а другие сыры, они от жары будут расплавляться, потекут, и они быстро испортятся, очень быстро появится прогорклость. Теперь такой натюрморт. Не? Да? Сейчас в жару это получается особенно ажурно. Сейчас это увидят умники, которые много знают, да? Потому что платные курсы какие-то закончили. Я имею в виду брынзу. Ну, знаете, да, старые зрители, что сейчас начнется, если кто-то запредет. А периодически так и бывает. Кило 400. То есть я сейчас делаю халуми. Блин, крем, ну как? Я сейчас делаю халуми, я его побольше солю. Потому как я их буду отсылать сейчас летом. И брынзу в дорогу я сейчас натру солью. Я взвесила. А вакуумировать я завтра прям перед отправкой завакуумирую. Где соль? Я не знаю. Я просто натру это чуть побольше солью. Чтобы в дороге не подпортилось. И будет все замечательно. И халуми я до этого подмораживаю. Не надо бояться замораживать халуми. Мы когда не морозили его, не знали, ну мало ли что. Решили попробовать, заморозили для себя на зиму. А потом через какое-то время, там через полгода достали халуми. Дети пробовали, сказали, что он даже как-то стал еще вкуснее. Я не знаю, он вкусный так и так по-любому, но перед дорогой я его замораживаю. То есть здесь чуть-чуть побольше соли, но с халуми ничего не сделаешь. А когда он придет, вам придется его из вакуума достать, чтобы он полежал в холодильнике. То есть чем больше он лежит, тем так же, как и брынза, он становится пресным. А хотя тут, знаете, на вкус и цвет. У меня один ребенок попробует, что оно вообще не соленое, вообще никакое. А другой попробует сильно соленое. Понимаете, здесь... Как там у вас? Вот. А брынзу я втерла, она полежит за ночь такая. А если соленая, знаете, что делать? Вот я сейчас только убрала, да, мужу. Вымачивала кусочек, но который я делала давно еще. Когда, помните, отправка была военным. Тогда была жара, и я в очень такой концентрированный рассол складывала брынзу. Вот, и она очень соленая, она такая соленая, может быть, даже ему. Я такую соленую не ем, я вот такую, как бы, свежатинку, да, вкусненько. А та была настолько соленая, что муж говорит, ну, это даже мне слишком. Вот, и только сейчас я убрала перед ужином. Ставим
холодную водичку. Просто в холодную водичку, в обычную холодную водичку. И там уже пробуем. Может быть, достаточно час ей полежать. Может быть, два, может быть, три. По вкусу, понимаете, да? А может быть, она как раз сейчас вся усолится, потому что вот так вот она даже... То есть я сейчас достала из рассола. Она стояла у меня в рассоле. Вот. Но ей два дня. То есть она свеженькая. Она пахнет свежатинкой такой, свеженькой. То есть она даже... Мне кажется, она еще внутри даже и не посолилась, так что вот этого много не будет. Я убираю пока в таком состоянии в холодильник. Как уже сказала, вакуумировать буду завтра. Ну, все, что я хотела сказать, отсылаю я первым классом теперь Почтой России, потому что с нашего города, ну, никак. Я смотрю, другие блогеры отправляют с деком, Боксбери, да, ну, очевидно, они просто им платят, потому что у них правила такие, что они не имеют права принимать продукты, и не то, что они не принимают, они посылки просто обыскивают. Вот. И как-то... В общем, там не принимают, не берут. Я пробовала в нескольких местах. Не берут вообще ни в какую, потому что, ну, понятно, товар скоропортящийся. Это, я так думаю, только где лично с кем договоришься, тогда нормально. Вот, Почтой России таких проблем нет. И я сейчас отправляю первым классом. Да, оно подороже, но приходит тоже намного быстрее. Уже отправляла. Да. Так что, любители халуми, не беспокоимся. Зачем мучиться нам ждать? Люди в том году писали, как конец августа уже, ну когда вы? Ну скоро вы. А у нас уже холодно. А у нас 30 и 30 было в том году в конце. Вот. И вот так вот мучились, ждали до сентября. И потом я только начала отсылать. Я отказывала людям. Вот. Так что сейчас по поводу халуми брынзы не стесняемся. И уже, видите, уже очередная отправочка. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.